И ты по старой привычке все от меня скрываешь. Я снова все узнаю последней. Да, есть. Мы продаем дом моего отца. Дом твоего отца? Вообще-то это дом Лейлы. Во-первых, доченька, это наш дом, а не дом Лейлы. И это она нарушает уговор, заключенный очень давно. Если речь о предательстве, ты первая приходишь на ум. Нихан, Лейла хочет вернуться в бизнес. А вы угрожаете отобрать у нее дом в этом случае? Каждому свое место. Она жила в этом доме. Жила там много лет, только потому, что я не возражала. Сейчас она нарушает договор, меняет условия. Скажи, это я угрожаю или мне угрожают? Мама, дом — единственное, что у нее есть. Не смей влезать туда. Я лишь делаю необходимое. Прикрываясь высокими словами, ты уничтожаешь память о вашем отце и детстве. Нихан. Прости. Как же стыдно. Ты настолько безжалостна, настолько беспринципна и бессовестна, что у меня просто нет слов!